Шанан взял человека с лучата, кинул. Где его не кинул, жопнул. Причем тот шаман, тут прист еще лучатовский тактик. Ну он-то не ушел. Блять, сапоги надо было на ролл кинуть, наверное. Точно, 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 я что-то про него забыл. Лучше после лича. Я тебе советую лучше после лича разрулить ботинки. Уже отдали ботинки. Ну. Да ладно, кидайте ролл, кому надо эти ступни. Давайте, давай. Уже поздно. Это... Вот, 83 будет. Кто еще там? 5. Ну вот, по главу победил. Да, ему тапки надо были, все. Вопрос решен. Ну, на раз тебе тапки не надо. Все равно, там маг победил. Ты там платили. Отдать тапки и кинуть, и потом их на ролл, блядь. Охуеть. Еще раз. Да я просто забыл, что он с алчата. Поэтому... Я уже по ИПГП сразу дал. Прист, разрешаю ему по голове дать, блядь. Кайра, все равно чпок бабы победил. Ему тапки тоже надо, надо. Узумаки кидай СС, чилиму. Перстайл глазки кидай в пятой пати. СС. И косноязычие кидай зеленому перстай, а ты красному. А, поставь Олег рыбу. Ну, по-любому есть. Дамаг будем стопать, пержимки не отдаем. На первом зеленом тоже не отдаем. Как вылазит сразу два слизняка, тогда только отдавайте. Мафу по шаману. Паску. Интеллект. Дайте мафу баф. Там нас вкажет. Внести, да, туда, к зеленому слизню? Да, конечно. Лёв, ты там заходишь? Ещё один варенька. Да я тут уже. Ну, давайте тогда дерьмо. Может, да. Варша тебе не хватает. Тикни его. Ты слизень кинете. А если не кинет? Ну ладно, давай его кинем. Он как будет бесполезный. Хорошо, я тебе потом кину на офф. Ну все, все готовы. А, пей куклу. Прожимки только не давайте, опять напоминаю. Пей куклу. Сейчас как кукла появится. Сразу дай пати ему, дай пати. Бля, ты сам иди, где? Ну, блядь, нехуй было покажете. Нехуй было пулять, сука. Ну ладно, из него затащим. Иди потихоньку его зеленому. Все, стоп дамаг. Не бейте, не бейте, я вам сказал. Не бейте. Милики, не бейте. Бейте все зеленого. Так, диском? Нет. Я, значит, залагал. Да, мне вот только подвисло. Там Олег, ПРЛ, пожалуйста. Блядь, Мараксус, нахуй ты это сделал? Переводите босса, Джесс, подымай, Миша, Киша. Ком зеленый добав к столу. Сейчас я включу на голос. Хильте пока. Красный бейте красного, зеленый иди к столу, бейте по дебафам. First life, крутуйся, Олег побежал. Сбирайтесь, цель зеленую, хилы не сбегаются. Там РТД бейте.
Сбегайте зеленого, сейчас умрет. Плохо сбегаете. Вот, давай гейм на отхил. Не на цели красного. Чпок баба, блинк, блинк, блинкуйся. Дайте боб на чпок бабу. Джесс, ты подымал Мишу Кишу? Гласи Скай, подымай Мишу Кишу, чилим чпок баба. Вставай. Красного играем. Отбежали пельмени. Оптимус, давай гимноман. Тотем вставлю. Фулл баф дали. Крестобаф, лапу, каску магу, каску друида. Красного играем. Пельмени отбежали. РДД, максимальное расстояние от зеленого слизня сейчас набираем. Смотрим за этими пельменями, сейчас пойдут и две лужи. Отбежали. Станьте шеренгой, короче. Не в одной точке РДД зоны, а шеренг друг от друга на пару метров. Мелизоны отбежали в РДД зону. Блять, ну и конченые. Что тут скажешь? Так, Миша Киша, подымай Дашкина. КД откатилась, Джесс. Бафы по роге, каску, кулак, пристаба в лапу. Мелизона никогда не сбегается в зеленого слизня, если был взрыв уже. Отбегает в РДД зону, если вы не знали. Играйте в красную. Топаем по профу. Бейте красного, будем ждать зеленого. Не успеем, минус 3. Пока есть время, давай, мучу, спой гимноману. Инры звездочки залили. БДК не сняли чему. Зашибись. Падайте. Кстати, похуй. Спать. А на чем считается заклинанием или чем? Что-то не получилось снять. Без кота и трайху не надо. Ой, ты сейчас прикольнулся или чё? Полезно, по-моему. Не знаю, мне не получилось почему-то снять. Прист может снимать, да? Нет. Прист, зайди в лужу, умри. Ничему вот эту куклу. Вас обгут, ну так. Абонт. Это фриц, блин. Оптимус, я близко к тебе, блядь, нихуя себе. Милики не забрали, чем останка он упал. Танк может миликам передать. Угу. В прошлом году там ВДК танчил, когда так было. Или может быть кого-то в ДЦ или Колика спекнуть. Хотя бы угу. Не, ну будем делать, ну, я желательно за то, что делать все идеально, а не вывозить за счет 4 хилов. Сейчас просто маг блинканулся в самый последний момент, и к нему побежало 3 человека, и все вайпнулись. Второй раз 2 милика стояло у слизня зеленого после взрыва, и тоже били. Но это за это надо ГП давать, а не 4 хила добирать. Так все спокойно захиливается и в 3, честно, серьезно. Не, ну это понятно, если нормально хилят.
А не как, блять, воет нахуй. Единственное, что можно сделать, это одного растер друида в ДД, а Оптимуса в ДЦ. Так будет еще лучше. Мы можем тогда глазки спекнуть. Сову, Оптимус, ДЦ. Но Оптимус, мне кажется, больше надо может, чем. Это да. Два друида заебись. Жетрик, что с тобой? Что ты как-то совсем плохо дамажишь? Даже я в кукре больше. Что? 2500 ДПС. Это случайно не тот тип, который на сурке дамажил так же? Еще спокойным голосом отвечал. По-моему, это он. То кто ты говоришь? Какой ник? Вальсунг. Ну, вот это. Баб, дайте. Помните его? Ну, что это? Ну, опять? А это он, да. Да, он плохо все. Ева, ты слышал? А может и так? Ничего этого опять не так. Че это мне опять? Не, все нормально. А, тебе только надо немножко скилл увеличить, а так все хорошо. А ты какой печать бьешь, Полин? Здесь порчи. Ну конечно, порчи. Блин, а что ты делаешь? Ну, там, блин, это, мало это очень мало. Денег и автоатак и всего. Такое чувство, что он половину не бьет вообще босса. Даже на 100 бесконечной ярости есть. Расскажи, как ты вообще ее бьешь. За весь бой 31 автоатак. Ну, тебе рассказывать, как я бью. Ну, почему ты на дамаже 700к? Он кастует экзорцизмом, РДД. Ну, я тебе не могу сказать. Буря... Не, ребята, это все смешно, конечно, но когда приходим на лича, не хватает дамаги, вы начинаете себя выходить, орать, что мы вайпаемся и так далее. Да, или вать. А здесь типа смешно, потому что проф тут 10 человек затащит вас. Ну, посмотрим, что на лече будет. Иди пей куклу, напоминаю, про жемки не надо отдавать. И на первом зеленом тоже не надо отдавать. Он 6,5, не хуйся. Но он, может, недавно играет. Да ладно. Ему объяснить. Да нет, недавно. Да, лови. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Анрикс, чуму? Вынеси куда-нибудь. Никому-нибудь. Стопайте. Да, стоп дамаг. Стоп дамаг, милики. Милики, стоп дамаг. Да ладно. Угу. Вот Вольсон, ты сейчас в РДД зоне. Что ты тут делаешь, блядь? Почему ты не бьешь босса? Зеленого побьем. Передаю шуму. В РДД сбегайтесь. Меликом ревести не позволяет передать. Да ладно. Ну, он может первый раз играет. Я не знаю. Блин. Нет. Давайте к столу на ком зеленый дебаф. Косноязычие не забываем, Локи. Что нам значит? Добьем. Воет по команде гимн на хп. Да не надо. Давай гимн на хп, вот сейчас отдавай. Очень хорошо. Красная смена. Убегайтесь со спанку. Добивайте зеленого. Пельмени не ловим. Пельмени появятся. Пельмени пошли. Сейчас колба скоро появится. Менее не ловим. Сейчас скоро красный вылетит. Красный вылазит. Потом все РДшники его заливать, пельмени не ловить. Бейте РДшники красного.
Дест спокойно. И на нем висит дебаф, так что можешь бить спокойно. А колбы 5 секунд. Великий, становитесь с танка. Сейчас становитесь и не ловите пельмени. Куда? Правильно, ребят. Становитесь звезду. Звезда. Олег, на тебе звезда. Сейчас пельмени полетят. Вправо побежим. Вот пельмени полетели. Вправо. Убьем зеленого. Зеленого бейте. Бля, что ты там делаешь? Фигайте с него. А, Мишка, Киша, залей Анрикс ману. Колбы, 1 секунда, милики. Колбы, 1 секунда. Стопайте дамаг. Стоп, дамаг, милики. Стойте, курите, ждите красного. Сейчас скоро пельмени полетят. Бейте красного. Милик, отойди. Паладин, отойди, отойди. Сейчас может на тебя повесить. Заливайте зеленого. Джест, ты можешь тоже Анриксом залить. Все, переводите босса. Дрожинки, если у вас остались, не прожимайте сейчас. Так, пельмени не ловите. Зеленым дебафом под стол. Может получиться что-то любопытное. Геру? Геру даю. Давайте заливаем. Все, цели. Двигайтесь. Шпана. Убивайте красного, зеленого. Смена цели красного, смена цели красного, боб готовим. А, все убили, молодцы. Все, убьем этого босса. А, Вольсунха, у тебя есть риген диван? Да. Кинь, если что, БДК, только не сейчас ему кидай. Пельмени не ловите. Скоро колбу будут. Кидай ему диван, БДК, кидай диван. Уничтожатор, диван кидай. Тут надо, мы так справимся. Да, ну тогда не кидай. Лучше бы кинул для профилактики. Чисто проверить, сможет ли он, да? Ага. Я думал, сможешь. Тут ничего сложного нет. Так, добыча. Олег, я тебе дам добычу, раздай, пожалуйста, стол. Я ничего не буду рулить. Бля, я просто хотел на паладина зайти. Так. Ладно. Колба, паладин, кому надо? Просто так надо кому? Бесплатно. Кто хочет ее потестить. Вальсунг, тебе надо эта колба? Я, по-моему, она есть. Надо? Ну, вообще колба, по-моему, если не ошибаюсь, ретрику это... Да, бис. Я поэтому спрашиваю, это, по-моему, она есть там? Необычная, не геровская. Если можно... Бля, ну... это... Вальсонг, иди сюда, пока ты не побежал к ключу. Почему-то я не могу... А, блядь, это за добычу есть. Бунали, я сюда. Ба, ты 85% босса набил. Какой топ ДПС ты берешь сейчас? А в слизнение 600. Так, завоевать не надо кому? Героически. Так, отдаю взмаки. Вот надамажил 1300, слизней, фэшблат 750, ну и гискил. Так. Ну за милика там как бы и будет меньше. Это понятно, он же все-таки ретрик. Таранит надо кому? А, бля, чё страшно, да. Так говорит, это попал в топ рейд. Блад. Так, отдаю опять лопу.
Токен надо к вам собачки? Это надо к вам собачки? Держи РЛ, Олег. Я сейчас зайду, напал. Ну я знаю все стало, поэтому я захожу на пол. Это что, 214 ДПС, нихуя себе. Бля, не на того зашел. Орел, может я все-таки уйду, дабы не смущать никого на лече? Олег, да ты, ты тактики знаешь? Ну, того не знаю, был. Вроде. Если знаешь тактики, оставайся, посмотрим. Так, сейчас я на паузу зайду, наварим никогда. Завис. И что, вон WhatsApp есть? Ну, после ВРС, да? Угу. Так. Все, перекур или что? Не-не-не, сейчас. Я на паузу захожу. Вот Никита Анти, который истинный паладин, бабл на единичку. Так и надо. Ну, да, попробуем. Он КС не играл, у него на ханте дустай на единичке. Ой, Оптимус, давай-ка ты в этого, в ДЦ, наверное. Друли будут курить до комнаты. Ну, в принципе, таким сетапом, если Оптимус как Джелис хилит, то вообще танки ну, никак не упадут, хоть там 5 КГС будет. Чисто да, танк. Из Друидов может ДД спекнуться? Так, кстати, иду пару минут, пока там тактику рассказывайте. Учили мы. Уже запускаем. Блин, суманите меня. Лесси Скай, у тебя сова? Да. Сколько ГС? 6.1. Спекайся, чилим, оставайся в хиле. Меня сманите, пожалуйста. Нихуя себе у тебя шлем есть. Кого, у меня? Не. А рыбу, Олег, поставишь? Так, я раздам. Киньте по себе кто-нибудь сказку. Почек на готовность. А, Ринка, у тебя там стан прокачан. Тут два роги. Я вижу. И ладно. Вообще паладина могут ничего не станет. А хай станет. Когда первую волну будет станет точняк. Вторую волну это кружочек. Потом скажу, ромбик будет станет первую волну я. И треугольник, пускай станет первую волну. Дашкин, останешься ты, хорошо? Дашкин, ты тут? А почему ты говоришь волну? Потому что волну. Ты станешь треугольник, первая волна. Я волна. Потом... Новая волна. Потом вторая волна. Фрешблад, ты. Вольсунг, ты кидаешь ромбику. А треугольнику Джаспан. Кружочек, Вольсунг, ты кидаешь кружочку. Слышал? Там.
А, так, чего я там на кружочку, что кидаю? Смотри, вот появляется первая пачка вали, которых мы должны залить. Ты им стан кидаешь. Вот когда уже вторая пачка вылазит, ты кидаешь стан. Потом появляется третья пачка, ты их не встанешь, потому что у тебя стан будет на КД. Ты встанешь потом в следующую четвертую пачку. Эрштейн? Да с таким объяснением даже я бы не понял, какой стан, чем станет, кого станет, блядь. Молотом правосудия, гнев небесный. Кто такая пачка вообще? Господи. Все, короче, давай я расскажу про станы. Давай. Смотри. Дай этого систа. Кружок, Джаспанк, ты станешь всегда. Царь зверей, Ромбик станет. Кто протопал? Точняк протопал. Трусы станет протопал. Все, остальные станы по команде. Это Т1 и второй урок. Все, все решено, без проблем. Вот так. Давай затусим Оптимус. Дашкин, ты здесь? Миша, Киша, ты здесь? Но у меня один в РК Олег залагал. Лагал. Или у кого-то еще. Я про станы, честно говоря, вообще не хочу. Ты станешь череп. Сними капюшон, закеш прическу свою. А, Войт, ты на первой переходке будешь отдавать гимн на ману. И царь зверей заливаешь Анрикс ману. И на второй переходке муч. Даешь гимноману, Анрик, даешь что-то. А знаете, кто на кресте тут распят, Миша Дача? Сова, ты здесь, Миша Киш? Болварф. Это Болварф for Dragon. А за него, короче, лежит сундучок. Да, короче, мы его, типа, потом открываем, когда Дача убиваем. Ну да, если посмотреть на Дача слева, лежит сундук, который открывается при луте возле портала. А чего вы, РДДшники, стоите хилы слева? Миники стоят. Чилим, уходи отсюда. Давай тоже уходи. Там хоть бы сказали, что отпустили. И на переходке СС за маки кидаю уничтожатора, ферстайл кидаю точнику. А чё примером еще раз? А, царь зверей. Хотя ладно, царь зверей, не заливай. Мишка Киша, заливаешь на первый переходке Миша. Блять, фу, Миша Киша, кидаешь на первой переходке Анрикс ману, на второй джест. Царь зверей по моей команде. Я буду следить за его маной. Же язык заплетается. Только не по команде, а просьбе, блять. Я же, сука, царь зверей все-таки. По команде. Ой, блять. Ой, сука, нахуй. Надо спекнуться по-быстрому, а то я, блять, в танка спеке. Сука! Лошара. Микантара. Акру давай. С кем? Протоваром? Протопалом, он протопал. Смотрим, на ком сейчас ловушка будет. Ты, блядь, спинай РДД. Его. РДД. В общем, ты диспелишь? Ну, я забыл, кстати, это напомнить. Точняк. Чего, падаем, не? Сейчас ловушка будет. Не. РДД перебежали. Все, стой. Тут еще одна ловушка. Одна секунда ловушка. РДД. Чума, 2 секунды. Точнее, блять, он везет. Это дайте хоть вудалака собрать. Собирай, пусть не дает. РДД. Двигай тоже милик. А у меня тут стан хоть прокачан. Хуя. Сейчас будет еще одна ловушка. РДД. Двигай тоже мелька. Чума 0 секунд. Забери большого. Тщеславие на тебе выноси. Тщеславие выноси. Дисполову. Миша, Киша, поднимай тщеславие. РДД. РДД ловушка. Лёг, кто там стоит, череп. Сейчас будет чума, ловушка. РДД ловушка.
На край идите, на край. Дайте капли, не подупало. Сейчас я тебе дам. Все. Надо. Что, собирай трэш, как попал. Бьем духа. И гимн на ману не забываем. Кто еще раз Олег этим услышал? Пришлось мне диспелить, короче. Плохо, АУЕ рейд хилят, очень плохо. А дистанцию возьмите, пожалуйста. Да, да, да. Инер из везде. Инер из везде. Войд, давай гимн на ману. Уже дал. Он его давал. Ну что, сдавай ты гимн на ману. Маги, пожалуйста, кидай проклятие косноязычия на духов, а потом на лича. Когда переходка будет? 200 секунд. На сферу убейте, сферу. Только, бля, не наткните, Олег. На тебе звезда. Ставь рейд. Тест локи не забывайте. Звездочку становись, как она целая. Меня схватил, и прожмись, прожмись, не могу хилить. Данные даем, я сагру сейчас отдам их на всякий случай. Еще ромбик бейте. Вернение, точнее. Спокойно выбегаем, не прыгайте на нем. Да бейте ромбик, все, молодцы. Ир даем. Псы! Ну что, кони что? Бля, дайте мне спа. Ты будешь смотреть? Я еще-то его не заметил. Это мой косяк. Ставь рейд, Олег. Осквернение в его. Посмотри, как звезда стоит. Поставь лича так, чтобы звезда смотрела в спину. Все, выходим. Мараксус, блинкуйся. Танк, давайте. Нервяк, сори, отойду. А, рассосите, пожалуйста, сейчас сотрение будет. Ладно тебе. Установите звезду. Бьем, Валик. Нахуй, не замедлим кружок. Кружок, пожалуйста, умоляю, что я топ. Весь кружочек и треугольник. Осквернение выносить. О, ромбик улетел. Треугольник бейте. Пару. Да. Глазки на тебе. Ну. Пух, успели. Кто в треугольнике был? Честно, вроде. Я был. Ты неправильно стоял. Да я пока добежал, поставил ловушку, мне схватило. Звезду становитесь. Так меня схватил. Инер из везде. Тоже отвернуть тебе осквернение. Сакру, бля. Сакру. Да бейте. Попробуйте. Все, не бейте. Играйте лича. Не, бейте лича. Руками. Кто там еще улетел? Что не снимаете звезды? Тала. Слушай, Пернение выносите. А, блять, что я туплю, нахуй. Ты меня уже ДБМ наебал. Вальки сначала, бах, вальки сначала, блять. Ты меня уже ДБМ наебал. Все, вот сейчас выносите, выносите. Я ставил на тебя. Бейте, Валик, Валик, бейте. Короче, ромбик надо слить.
Даю фонарнику. Пизда, Ром прилетел. Уже не успеем через блокстан. Переводить или что? Оскорнение выносить. Так, на мне. Все. А, гимн на ману спойлил, Тимус, если ты не на КД. Надо Анрикса ману залить. Кот, у тебя инер есть? Залей, пожалуйста, шиман. КД пока. Минуту. Читер инжу между собой. Дай, Войт, гимн на ХП отдай, Войт. Гимн на ХП, Войт, отдай. А зритель не проседает. Потому что при спине будет человек. Бейте следующего духа. Следующего духа бейте. Бейте пока старого. А Ера что, не давали? Нет. Зачем она надо? Ну да. Ладно, я забыл про него. Ну я забыл тебе напомнить. Бейте, Салу, бейте. Салу, бейте сейчас. Звезду забили. Переходка пошла. Бейте Салу. Олег, водишь комнату. Я там не наслакал. Ты звезда? Блядь, я снял себя. Все, я тебе ставил. Двигаем тебя за звездой. А в огне поставьте на средоточие. Я поставлю. Двигайтесь за звездой. На чилием глазки, если у вас инер не на КД, залейте Анрикс. Блин, у тебя тоже вот тапки на скорость зачарить, что ты быстро бегаешь, я... Бля, шо, на... кто мне инер залил? Я сказал Анриксу залить, а не мне. Нафига мне инер? Ёб твою мать. После выхода из комнаты сразу будет осквернение. 2 секунды выход из комнаты. Бля, какой это мудрец ты сделал? Так, смотри, на ком осквернение набрал. Я, наверное, промазал. Бля. Бейте ты духов, а Оптимус похлопаешь. Что еще похлопать? Заливайте сначала духов, потом лича. Уйдите к лечу, так, потом духов добьете. Все, уходите, уходите. Из-под духов уходите, там духи спускаются. Осквернение 5 секунд. Смотрим, на ком осквернение. Пешки похлопаете. Осквернение на варе. Я точнее кру на всякий случай дам. Каплю. А нет, не дам. У меня капли. Почему? А вот все есть. Пильте уничтожатора. Так, я вылетел. Вол, Ваня, точи. Да, Ваня, Ваня, забирай. Хлопай дух. Потом к порталу. Я под баблом похлопаю дух. Спустите их на БДК, он же появится в какой-то точке. Двигайтесь за звездой. Ну ты понял, что сделать надо или нет? Да понял, только по-моему... А, я понял, где БДК. Их сначала лизишь, бежит, а потом уже только не спустится. Да, все нормально будет. Главное, чтобы БДК был между тобой и духами. Мышка какая-то. Бля, да давай, БДК это будет по силу, на мой взгляд. Ничего лечится. О нет, 32%. Он не сдохнет. 22. Или... Сдохнет. 5 секунд выхода из комнаты. И сразу будет осквернение. Убегайте из-под духов, убегайте, сова осквернения. Я сейчас баблом похлопаю. Вон он стоит. Ходить. Как раз. Смотри, он прямо на пути стоит. Чуть-чуть. А, ну тогда отлично. Кит его, что он может зайдет потанчит. Так, дальше остальных я дохлопаю. На, не надо было штучку спек, ну ладно. БР есть? Гласи скай, поднимаем учачу. Есть. Ча, я захожу уже. Давай. Тебя тут уже убили. А Вольсунг, можешь баблом похлопать и свернение вылететь? Блять, ты не видел, не что он улетел? А, точно, я вернул, забыл. Ваня, все, ты тут уже? Я тут, да.
Да, забирай. Сука, только неудачно мы стали. Угу, за спину танк врежься. Слен. Мы убьем так лича, если вы будете сдохнуть. Есть еще БР, брат, засыпал. Сейчас, нет, не сейчас поднимай, ну. Сука, да, что? Это не я. Не, ему он не сдох. Мараксус, стой, домаш лича там, слышишь? А, ты... Нет, ну не стой, двигайтесь. Если инер есть у кого, заливайте Айрикс. Звезда спала, Ани. Блять, вы чё? Олег, ты тоже как-то поспокойнее бегает? Ты видишь, что он бегал на мне? 5 секунд до выхода, и сразу будет осквернение. Ноль. Смотри, на ком осквернение. Вот на тебе. Убегайте из-под духов, убегайте. Кто там еще стоит? Кто? Кто? Плохой. Бля, 1.5 минуты до версы. Мне кажется, мы хуй успеем. Давай хорошенько попросим и успеем. Да. Осквернение 5 секунд. 2 секунды. 1.5, 0. Дигл на тебе. Вноси. Спокойно убегаем. Все, не веди никуда. Надо на кому-то кинуть. Так, скоро берса. Угу. Точняк, у тебя бабл не на КД? На КД. КД. Разблат, у тебя бабл не на КД? Брось. В комнате. Боссовый. И у меня на КД. Ну, царь зверей прыгает в мишку, таунтит его и... Спин, в спринтах убегает в коте потом. Двигайте. Да, и бан потом. Спасибо, клоун. Девушки. Он забит, сейчас повышается. Его рысать? Да, да, рысали. Можешь танк. Бейте духов, блять. Есть еще БР и плюсики? Потом можно нормально водить таунтами. Ой, даю сакру. Сакру я отдал. Бежали. Все, давай. О, у него нет берсы. Да, бежали к порталу. А, что за хуйня? Да, все. Все, таунти, таунти. Потом я заберу и буду танчить его там 10 секунд. Может, не надо? 20. Ну, тройнем еще раз. Я не хочу больше вытравить. Забирай. Сейчас заберу. Что-нибудь сайрите пока. Поднимайте точняка. Выделать, поднимай точняка. На нем должен быть СС. Нет. Нет. Ну зачем ты с меня, ну блять. Все, я могу забрать и сейчас буду под бабом танчить. Бля, сейчас... нахуя, я ж под бабом танчу, он меня не убьет. Зачем клонку поднял, блять? Видите, лечит как остальное. Осквернение будут кастовать, убьет лям добивать. Поднимите танка, чилим кто-нибудь. Точняка поднимайте. Что добил? Давайте 400, 300, 200. Бля, все убили. Комната живем. Не-не-не, там. Давайте, да. А, да. Последний герой, как вчера. Доты, как вчера. Не-не-не, не как вчера, Олег, двигай. Включите музыку с Форт Боярда. Сейчас я включу. Сверну в окно. Стой, побежали, бежим дальше, Олег. Олег, я выжил в комнате. Двигай. Давай. Двигайся за звездой. Ну, блядь. Блядь, духа главное бить. Престы и хилить. Пошли в центр комнаты. Стой. Стой, побежали. Ебать, ты долго. Ну где музыка, блядь? Сейчас мы уже выйдем с этой комнаты. 8 секунд. Ла-ла-ла-ла-ла. Идем. Идем. Сейчас только бах. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь,
Ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Духов и в сверке, пожалуйста, не коните. Олег, раздашь слот, потому что я перешел запал, и он видел. Смотри, кто духов бил в комнате, просто смотри. Просто два человека, сова и воет нахуй. А в сферу не кони? Сфера. Это был самый лучший край. Трися и воет нахуй, остальные пиздец. Вот, воет много пиздит, ему и дадим Луческого, он раздаст. Где сам раздавай, блядь, займи. Я не могу, у меня тут вполне гибкий. А хотя... точняк, да. Что это за ужас? Мутант в РК зашел, нахуй. Не, это не он. Его здесь, кстати, нет. Тут Вой, кстати, себя обвиняет, что удалил клан... Ой, да, канал Мутант. Че? Это... Но тебя обвиняет в том, что ты удалил канал Мутант. Его я в машине, я и след ищу, постой. Чуть не сбил, уехал вдаль. Но ему моя печаль, он в своем лесу путай. Да никого ему не жаль. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я... Точняк, раздашь лут. По жизни загулял, блядь. Нашли комары отдать. Так и я за шаму просто захожу. Забирай себе шаму. Ну тогда я рыла туда, ритм я как-то начинаешь. Всем пока, до завтра. Или ты когда-то там. Это был самый лучший драй в моей жизни. Первый анбаф был лучше. Когда я, блядь, случайно таунт прожал и сдох, сука. Включай. Так, у нас по сути был только один вайп на сидре, как я помню. А, нет, еще ж на профе. Ну, доп не понят, если чё. Ну да, а да. А ты вылетишь отсюда? Нет, жив в Москве. Ну я тебя сейчас сделаю здесь. Там потом пошёл нахуй. Включи, послушай. Что, не видел этот видос? Там бабка в автобусе сидела. Выёбывалась. Скинь. Он может, Олег, скинуть тебе. Я у тебя в чейсе. Так ты же у нас наркоман получается, запрещенный имеется, алкоголь-то получается, на каком месте? Пора! Интернет они, блядь, ставят, интернет! Он нам в нас разрушил, интернет ваш! Сейчас. Да, приливай. Даш. Олег, поставишь, братья, поставь короче Коби. Два, сука, прилива. Да ну нахуй. Токен, дольте. Чё, муж забрал один прилив? А, он же, блядь, приз. Дайте мне пать. А хотя, я сам себе икону сейчас. Чё, у тебя нормально дома? Уже, блядь, ты уже забирал токен один. Да, нормально. Кто там осколки ролит? Осколки уничтожатор. Ну, об этом поначисляйте. Блять, а что, вылетел? Пать. Кому там? Кого? А сколько я этому Биллосу дал, он вроде написал первый. Коня, рольте. Нет, ты говоришь ГП. Там Олег начислит.
А я там сам себе и покинул, гляньте. Потому что я вылетел. Кому-то обычный покорите, пацаните. Гляньте, я там...